Чувашии возбуждено уголовное дело на подростка, который устроил ДТП, в котором есть погибший. За руль он сел без прав и в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, утром 17 августа в Комсомольском районе подозреваемый, управляя автомобилем «Лада Гранта» в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, въехал в заднюю часть остановившегося перед ним автомобиля «Шкода Октавия». В результате водитель автомобиля «Шкода» погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Автомобилем своего знакомого молодой человек завладел обманом, сообщают в Следственном комитете. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.